Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и сегодня мы продолжаем делать полное прохождение по пародиям на Как соседа, и сегодня у нас Как достать соседа 4 на отдыхе. Ну как, четверочки здесь нету, но тем не менее, это продолжение к Как достать соседа 3 в офисе, с теми же самыми персонажами, но тут уже аналогично Как достать соседа 2, тут отдых у нас уже. Собственно говоря, на прошлых выходных я неудачно съездил в деревню и заболел. Меня никто не предупредил, что заболел двоюродный брат, и, короче, он меня заразил. Вчера и позавчера у меня температура была, но сейчас ее, слава богу, нету. Но по-прежнему еще остался кашель очень сильный, поэтому извиняйте, если вдруг услышите во время видео это. Но сейчас температура прошла, и сейчас могу записать видео. И, кстати говоря, да, я уже знаю, что вышел патч на Neighbors from Hell Remastered от Social Media Live, который исправляет множество багов. И вот надо бы собраться как-нибудь и попробовать третий сезон там подучиться проходить. Обязательно этим постараюсь в ближайшее время заняться. Ну что ж, давайте начнем играть в Как достать соседа на отдыхе. Такие вот настройки, и в меню у нас наконец-то есть музычка. Музыка довольно веселая. Здесь уже целых 15 уровней. Первый уровень — подготовка к заезду. Сосед отправлен на базу, чтобы подготовить заезд. Единственное, что его напрягает, шеф, который может позвонить. Ну что же, не стоит давать соседу слишком расслабляться. Это обучающий уровень. Здесь у нас не по другим странам путешествия, а на базу отдыха. Российскую, видимо. В меню музычка довольно-таки веселая, а вот на самих уровнях нифига. Но я встал. Текстуры какие убогими были, такими остались. Какая странная походка соседа была, такой и осталась. Какая странная рожа у него была, такой и осталась. Вот что он делает, скажите мне, пожалуйста, вот это что он сейчас сделал? Он вообще нормальный? Нет. Как медленно, а? Так. Изображение клея. А, вот. На кресло-качалку применяем, собственно. Ну и спускаемся вниз. Ограничения по времени здесь убрали. Но, впрочем, не так важно. Теперь наслаждайтесь этим приятным зрелищем, но приятным я бы его не назвал. Впрочем, сейчас посмотрим на это. Во-первых, вот действительно, кто качается так на кресле? О! Короче, звуки, реакции на пакость у него зачем-то убрали. Тоже как-то странно немного. Так. Теперь... под телефоном мы монеточку нашли. С
сумка для пикника. Ну вот. Что-нибудь и там сейчас посмотрим. Так. Так, ну давайте позвоним. Так, соду на чаек. Кого он слушать там пытается? Никто же не говорит ничего. Угу. Ну, тут тоже как-то незрелищно было совсем. Теперь снова надо намазать кресло клеем и отвязать собакина. Скорее это скорее пес, а не собака. Кобель, наверное. О, давай, шевелись, быстрее. Очень медленно все делает. А собаки, да. Улетел собакин. Да что ж такое? Окей. А музыка-то где? Где музыка? Музыка куда-то пропала. Ну да ладно. Здесь, кстати, слава богу, нас не требует, по-моему, проходить на золото, чтобы разблокировать следующие уровни. И это определенно плюс. Второй уровень – заезд. Пока все распределяются по номерам, сосед занимается своими делами. Еще он пытается флиртовать со служивицей. Попробуем показать ей всю его внутреннюю сущность. Давайте попробуем. Так, значит, сумка. Сумочка, урна. Ну что ты встал? Давай, бери, блин. А я взял? А, да, взял. Косточку взял. Так, окей. Аптечка. А, ну сумку сначала, потом аптечку. Что ты встал? Давай, бери. Аптечку давай. Так, ладно, пока он идет вниз, посмотрим, что можно тут взять. Да не, взять тут ничего, по-моему, нельзя, можно только это.
пакости там сделать. Так, шпилька, и, по-моему, можно багажник открывать. Сейчас посмотрим, так это или нет. Да, все верно. Окей, что у нас в багажнике? Так. А, кстати, вот, мужской журнал. Собственно, его надо в стопку журналов засунуть. Шипучие таблетки, наверное, в конфеты. Да... Я тебя не туда вообще-то отправляю. А, уже не успею, ну ладно. Уже не успею, ладно, тогда другую пакость сделаем. Отверткой, по-моему, надо... А, вот, таблички с номерами. А, он вниз опять идет. Вот куда косточку надо? А, на крышу машины. Вот куда надо. Соседу это... Ой, как не понравится, ё-моё. Так, ну, собакин, давай. Грызи на здоровье. Вадя любит собакин. Так, мужской журнал. На стопку вместо женского журнала. Так, ну и таблетки, естественно, в конфеты. А куда? А куда еще можно применить таблетки? Еще так неуверенно посмотрел, блин, сначала. Мне кажется, тут, поскольку две двери, и вообще сложно было бы перепутать. Хорошо. Как можно собаку так выкинуть? Я не понимаю. Он как будто плюшевый, блин. Вообще, слава богу, что здесь камеру по сравнению с, третьим, когда соседа отдалили, и нету вот этого самого убогого 3D, которое просто напрягало, если честно. Сама база отдыха довольно-таки красивая, но, конечно, Отказа 2 это просто не сравнить. Вот здесь вот так выглядит картинка, что может сначала показаться, что это женская спина, но на самом деле это огромная рожа вот этой сослуживицы, блин. Что может быть красивее, чем идеальный загар только обгоревшей кожи нелюбимого соседа? Давайте сделаем так, чтобы сосед и зимой вспомнил наше летнее солнышко. Да, вот у меня дед
Моему деду уже тоже не рекомендуется загар делать. Кожа уже не та. Вот, ну скажите мне, ребята, ну. Ну разве можно придумать было более унылый трек, чем вот этот? Более унылый саундтрек придумать просто нельзя. Так, что у нас? Ключ, банан, разогревающий крем. Фух. Так, ну ждем, пока он уйдет. А, вот песок. Сейчас возьмем песок, блин. Так, ну разогревающий крем, естественно, надо дать соседу. Только, а, вот он. В этой игре, кстати, с пакостями немножко полегче, с чем в Skadastida 3, и с поиском предметов тоже полегче. Так что тут все-таки пытались исправить некоторые ошибки, но все равно игра не стала такой, чтобы ее можно было полюбить. Ну я ключом же нажал, подождите. Здесь у нас что можно сделать? А, пока спускаемся. Земля около столько. Наверное, банан надо положить. Так, ну а землю, естественно, в эту. В кофеварыш. Соковыжималку, ё-моё. Сок с песком, это, конечно, та еще гадость. Пусть сосед на нее себе испытает. Локация, конечно, красивая, ничего не скажешь. Многие, конечно, поспорят, но мне локация нравится, но качество графики очень сильно не на высоте. Хороша водичка, надеюсь. Хотя, что бы она была бы не хороша, если жаркая погода. Так, ну, душик. А он что, в одежде это делает, что ли, прям? Полотенце я использовать забыл. Надо было песок еще на полотенце. Ну да ладно, немножко забыл, ничего, сейчас исправим. Просто кто знал, что на два надо использовать песок. Ай. Полотенце с песом. С песом. Полотенце с песом. Оказывается, даже разработчики умеют и ошибки лепить.
Так, он по какому пути пойдет? Окей, идем наверх тогда. Сидим, ждем под эту унылую музычку. Что может быть скучнее? Ну да, шляпу он, конечно, снимает, но ботинки-то... Как минимум, ботинки-то остаются точно. Ну, не на золото, конечно, но да ладно. Так, собственно, сиеста, следующий уровень называется сиеста. Как много в этом слове. Сослуживцы разошлись по номерам отдыхать, только сосед решил отдохнуть на свежем воздухе. К тому же тут и к еде поближе. Окей. Музыка тоже очень спокойная, но получше, чем на предыдущем уровне. Подушку-пердушку, я думаю, на стул надо. Это что у нас, таблетка слабительного? А, тут можно пройти? Я думал, это стенка. А, зачем я вниз-то иду? Косточка. Солонка. Ну иди давай, чё встал-то, блин, опять? Я говорю взять. А это пакость делается, точнее, не взять. Так, ну слабительное по-любому сюда. Впрочем, туалета здесь нету, так что не знаю, что сосед будет делать. Так, ну, естественно, Собакину даем косточку. Вот, товарищ Собакин, кушай и не обляпайся, блин. А, естественно, под гамак.
Почему тут пила не пропала? Он точно спилил? Да, спилил. Ну, труба... Ой, это... Пила почему-то не пропала. Немножко не по порядку пакости опять сделал. Ну, да ладно. Ну давай, шевелись быстрее. Опять не на золото, но да ладно. Окей, вот еще три уровня открылось. Мы прошли 4 уровня. Поскольку здесь 15 уровней в игре, давайте в прохождении будет 3 серии, и в каждой из них пройдем по 5, по 5 уровней. Собственно, будет 5 умножить на 3, это 15. Так что... Все логично, вполне. По 5. Каждая серия 5 уровней. 3 серии. Так что пройдем еще один уровень и на сегодня закончим. Пикник. Что может быть выгоднее, чем угостить босса шашлыком? Может быть и на работе, потом повышение ждет. А что если наоборот все пойдет не так? Ну вот, посмотрим сейчас. Ну наконец-то музычка более нормальная. Наконец-то музычку повеселее сделали. Перчатки и сумочка. Это у нас перцовый баллончик. Ага, и перец потом на себя побрызжет. Репеллент. А, нет, он сейчас вниз пойдет. Черт, тогда сваливаем отсюда. Горячие угли. Надо было, наверное, перчатками брать, взять его. Он опять сюда идет. А, вот, шампур еще не взял я. Так, ждем, когда он тут что сделает, да потом отойдем.
Шашлык это все круто, ничего не подумайте. Это прям по-нашему, по-русски, собственно. Ну, чё встал, давай, бери. Перегреем. Бутылка с водой, а это пустая бутылка. Может, наполнить надо ее чем-то было. Что тогда надо сделать с ней? Разберемся сейчас. А, бензин может. Не подумал я про бензин, ну и ладно, ничего. У нас есть время исправить это дело. Это у нас что такое? Коробка с платками. А что сделать с коробкой и платками? Не, Панама шефа же еще есть тут. А, надо ее, наверное, туда засунуть было. Сейчас исправим. Опять что-то я не подумал. А, как же я не подумал-то, ё-моё, аж. Вот за такое шеф-то ему точно повышение не даст, а может даже наоборот. Кирдык шашлыку. А может и нет. Может быть, повезло. На золото не пройдем, но да ладно. Подождать придется все. Разве что. А шампуры-то раскаленные все еще, но правда уже не написано, что это раскаленный шампур. Вот, кстати, уже вот середина апреля сейчас. Уже скоро май, надеюсь, май будет. Вот он раскаленный шампур в руки берет. И ничего ему от этого не становится. Вот он, видите, красный даже вот здесь. Недоделка разработчиков. Надеюсь, май будет в этом году теплый. И лето будет хорошим. Я уже, честно говоря, соскучился
по лету, по теплой погоде и по шашлычкам в том числе, которые мы в деревне любим готовить. И вот сейчас, и вот эта вот игра мне, честно говоря, реально прям соблазн какой-то вызывает. Шашлычок с кетчупом, вот это я тоже очень люблю. Перцовый репеллент. А у шефа реакции никакой не было. Значит, будем считать, что повезло. Ну что ж, прошли мы первые 5 уровней. И на сегодня предлагаю пока закончить серию. На сегодня все. С вас лайк, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.